В районном бюджете одна из самых значимых статей расходов – это социальная сфера. Ежегодно до 80% средств направляется на развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта. Строятся новые социальные объекты, проводится большой объем работ по ремонту существующих учреждений. Глава района в еженедельном режиме проводит выездные строительные планерки, на которых контролируют сроки и качество выполняемых работ. Одна из таких выездных рабочих встреч прошла в Протокском сельском поселении. Глава района посетил учреждение культуры. В хуторе Нищадимовском завершен капитальный ремонт сельского клуба. Обновлена входная группа и фасад здания. Установлены пластиковые окна, новые дверные блоки, сделан подвесной потолок. Заменено освещение. Теперь во всех помещениях клуба по-современному красиво и уютно. Ремонт проведен на средства сельского поселения. На эти цели было потрачено 1,5 миллиона рублей. Администрация района поможет приобрести новую мебель, игровое и спортивное оборудование для проведения мероприятий. Наши дети из глубинки, чтобы они были не ущемлены ни в чем. Была возможность заниматься и спортом, и творчеством, и всем на свете. Договорились? Если вам что-то еще надо из оборудования, подумайте, мы вам еще что-нибудь. Хорошие изменения произошли и в клубе хутора губернаторского. Здесь установлены новые оконные блоки, заменена входная дверь. В плане на следующий год – ремонт кровли в обоих учреждениях культуры. Роман, мы запланировали на следующий год ремонт кровли здесь в хуторе губернаторском. Чем будет ее профнастила? Профнастила, Роман. Здесь и Нищадимовский 4-е отделение, да, у нас? Да, два тоже кровля. Тоже, да? Кровля. Уже после этого, Роман, будем заходить внутрянку делать, как сюда, так и на Нищадимовский 4. Сельские учреждения культуры очень востребованы у жителей. Это центры семейного досуга и отдыха. Здесь проходят праздники, концерты, работают клубные объединения для взрослых и детей. Обеспечить полноценную работу клуба в хуторах и станицах – одна из главных задач власти. Так, за последние 2 года построен сельский клуб в хуторе Водном. По краевой программе сделан капремонт кровли в клубе хутора Прикубанского. Проведен ремонт 2 клубов Протокского сельского поселения. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».